Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – состояние топливного фильтра автомобиля спустя 108 тысяч пробега. Пробег 108, ну и плюс к тому же еще установлен автозапуск. За 14 лет топливный фильтр не менялся ни разу. И что там с ним? Остается только догадываться. Хочу попробовать снять и посмотреть. Почему попробовать? Дело в том, что лет 5 назад приобрел вот этот топливный фильтр, но поменять не смог. Не смог скинуть с одной фишки. С одной стороны топливный фильтр вылез хорошо, но с другой мучился. Чем только не жал, по-разному с фишки снять не смог. Фишку на всякий случай приобрел новую, мало ли что-то пойдет не так. Ну и к тому же еще теперь у меня есть вот такой вот угловой съемник. Подобрал две гайки прямо по этой фишке. Ну и гайки теперь зафиксирую с помощью спичек, чтобы они не ползали по съемнику. Сниму топливный фильтр, распилю и оценю состояние. Снял топливный фильтр и снял его вообще без проблем. С помощью такого съемничка и гаечек буквально 1 минута и фильтр у меня в руках. Придавил куда надо гайками, один раз поджал и фильтр просто выскочил. Но с другой стороны у меня идет немножко другая фишка. Надо прижать металлическую скобу, прижимаешь и она откидывается. Для информации, может кому-то пригодится, гайки под ключ на 10 использовал. Попытался продуть этот фильтр, создается очень хорошее давление. То есть просто так продуть не получается. Ну сейчас его под распиловку. Вот так вот выглядит фильтр спустя такой пробег. Весь чернющий. Песка или каких-то частиц в фильтре я не обнаружил, но сама бумага, конечно, забита просто жесть. Это какой-то черный налет, какая-то черная пленка. Посмотрите, что стало с пальцами. Явно этот фильтр уже давно вышел из строя. Заправляйся только на лукойловских заправках и все. Фильтр надо обязательно менять по регламенту. Канал может пригодиться. Всем удачи!